Сейчас в красивейшем здании, построенном еще в 1916 году архитектором Августом Шаде, располагается областной краеведческий музей. Именно сюда 75 лет назад эвакуировали наркомат внешней торговли СССР, подразделением которого в те годы являлась Всесоюзная торговая палата. В память о деятельности организации на здании была установлена мемориальная доска. В те времена, когда в героическом советском тылу только налаживалось массовое производство военной техники и боеприпасов, нам как воздух, были необходимы зарубежные танки, самолеты, автомобили, снаряжение. И чтобы закрыть ими свои зияющие кровоточащие раны на фронте, нам нужны были сотрудники торгово-промышленной палаты. В городе на Волге палата занималась составлением заказов и приемкой вооружений, участвовала в работе над документацией по поставкам в рамках ленд-лиза. Работали днем, а вечерами в составе трудовых подразделений выезжали на строительство дорог и рытье окопов. Открытие доски – знак уважения к поколениям, переживших испытания войной, и в то же время обращение к будущему, чтобы помнили, чтили и уважали. Открытие доски состоялось в рамках торжественных мероприятий по случаю 25-летия Союза Ульяновской областной торгово-промышленной палаты. Глава региона вручил благодарственные письма сотрудникам, а также передал символический ключ от нового офиса. Нам новый офис дают, который позволит более комфортные условия иметь и оказывать услуги для граждан. Поэтому и второе, на нашей площадке будут все общественные объединения располагаться. И «Опора России», и «Деловая Россия», и РСПП, так сказать, и «Союз танкостроителей». Поздравить ульяновских коллег прибыл президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Глава ведомства отметил произошедшие за эти годы качественные изменения в работе организации. С сентября 2017 года, благодаря принятому закону Ульяновской области, региональная палата первой в России официально получила статус Центра поддержки предпринимательства, а также право законодательной инициативы. У нас несколько регионов имеют законы о палате, в нескольких регионах такие законодательные акты приняты, но нигде еще нет такого, который принят в Ульяновской области. Здесь есть и право законодательной инициативы, и закреплено за палатой право быть инфраструктурой обслуживания малого бизнеса. Вот это уникальное сочетание, которое у нас пока еще не было нигде. За годы работы сегодня палата представляет собой мощную структуру, объединяющую бизнес не только в регионе, но и выходящий на внешние рынки. Впереди у промышленников новые идеи и планы. Дарья Сударева, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.